Починаємо нашу розмову із подій, знову ж таки, які відбулися кілька днів тому у Білгороді. УГУР каже, що Росія не дає згоди на міжнародне розслідування обставин падіння Іл-76-го. На Раді безпеки ООН Російська Федерація не надала доказів того, що на борту військово-транспортного літака були військовополонені українці. Україна звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста із запитом, чи повідомляла Російська Федерація про перевезення полонених літаком Іл-76, адже мала це зробити. Тим часом ми бачимо, що окупанти вже самостійно почали розшифровувати чорні ящики. Пісков знову каже про те, що Кремль не хоче цього незалежного розслідування. А ще в російських ЗМІ пишуть про те, що тіла ніхто не вивчатиме, і вони вимагають, аби українська сторона передала ДНК загиблих для звірки та аби Київ організував перевезення. Тільки за таких умов начебто їх видадуть. Романе Григоровичу, якщо не дає Російська Федерація згоди на ось це незалежне міжнародне розслідування, ми вчора з вами цей момент проговорювали, але вже враховуючи те, що відбувся Радбез ООН, так, от чи означає це, що і не буде цього міжнародного розслідування, і навіщо росіянам потрібні ДНК? Росіяни попали в вилку. Вилка і одна, і друге розвиття подій для них – це вже уголовне переслідування. Діло в тому, що маніпуляція з життями, смертями военнопленных и убийства военнопленных, которые россияне могли теоретически совершить, и то для россиян это уже уголовка, причем это военное преступление без срока давности. В первом варианте, если они просто запустили дезу о том, что на уничтоженном Ил-76 были наши военнопленные, они погибли, это военное преступление, если это деза. Ну а если они действительно посадили на Ил-76 наших военнопленных и отправили их под перекрестный огонь на линию боевого соприкосновения. Сейчас Харьков-Белгород – это как раз такой перекрестный огонь, как раз идут боевые действия. Харьков обстреливают россияне С-300. Мы уничтожаем эти, пытаемся уничтожить пусковые установки, обратно, естественно, работаем. Это перекрестный огонь. Потому второй вариант для россиян еще хуже. То есть тогда это реальное военное преступление, которое, ну, наверное, лет 100 будет висеть над россиянами дамокловым мечом. Именно такие действия. Это примерно убийство такое прямое, причем это как если взять человека в подвижущийся поезд толкнуть. Так не поезд же ж убьет тот, кто толкнул. Хотя технически, естественно, удар об сам тепловоз или электровоз. То есть, но здесь та же самая картина. Россияне совершили, они уже совершили одно из двух преступлений. Либо манипуляция военных преступлений, либо манипуляция жизнями и смертями военных, либо действительно вот, доведение до убийства. То есть отправили Ил-76. Из того фактажа, который сейчас есть, кроме как то, что Ил-76 уничтожен вместе с и уничтожен экипаж Ил-76, кроме этого сейчас фактажа другого как такового нет и быть не может до проведения серьезного международного расследования. Почему? Потому что россияне заявили о военном преступлении. Причем навесили это на себя. То есть примерно навесили на себя табличку «военный преступник». Кто там и как это уже будет проводить следствие. Причем согласятся они, не согласятся, уже все. Они уже совершили либо одно, либо другое. Будут проводить наши службы безопасности расследования. Дальше материалы будут переданы в Международный уголовный суд. И дальше уже либо ООН, либо МУС будет проводить серьезное дознание. Естественно, все, начиная от этой заболотной Нефертити Симонян и до Лаврова, они будут все вызваны в МУС повестками, вернее, ордерами на прибытие. И дальше будет принята мера пресечения, так сказать, в зависимости от тяжести. Потому до завершения этого расследования, до некоторых официальных заявлений, ну, можно только по фактажу пройтись. Вот уничтожен Ил-76 в зоне боевых действий, мог быть уничтожен российскими С-300, российскими системами поражения зенитно-ракетных комплексов, включая ПЗРК. То есть любая группа могла уничтожить этот борт с земли переносным зенитно-ракетным комплексом российская. Мог он быть уничтожен нашими средствами поражения, мы уже проговаривали с вами, тоже диверсионной группой ПЗРК.
Патриотом, с МТ, С-300, если подойти во вклинение Украины в российскую территорию между Белгородом и Валуйками, там расстояние километров 50. То есть С-300 в принципе мог и наш перехватить, но это очень опасно, то есть очень сложно. Ну и С-200. С-200 старая система. То есть одна из этих ракет, велся перекрестный огонь, велось уничтожение военных объектов. Ил-76 это военный объект, для нас легальная военная цель. То есть под перекрестным огнем был уничтожен Ил-76 с экипажем. А вот дальше россияне заявили о том, что на этом борту были еще и наши военнопленные. Заявление само, еще раз повторюсь, если оно не подтвердится, это военное преступление. И если оно подтвердится, это тоже военное преступление, это практически убийство наших военнопленных. То есть до уже завершения следствия, до определенных официальных в заявлении, я думаю, вот этот фактаж, он так и останется в таком виде. Сейчас будет миллион версий разных всего и вся, которые будут вкидываться. Но вот реально это пока не завершится наше следствие, ну, нет смысла говорить как о фактаже, о свершившемся факте. От ви говорите про те, що наразі буде мільйон там різноманітних версій, так, і тут треба дуже бути обережним, але все ж таки, якщо дозволите, я вас запитаю, є версія от про те, що російський ІЛ перевозив іранських інструкторів, техніків, які допомагали підготувати пункт запуску шахет 238 із турбінним двигуном. На борту було 68 членів КСИР та 18 росіян. Романе Григоровичу, навіщо ось такого роду інформація вкидується наразі? Ну, это, наверное, привязано все-таки к самолету, который был в свое время по транспондеру отслежен в движении там по Сирии, по Ближнему Востоку, и который тоже был в это время в этом районе. То есть, скорее всего, есть информация подтвержденная, что именно на этом борту, этим бортом перевозились вот эти инструктора, а уже этот ли борт сбит или другой, вот здесь уже фактажа не будет. Потому как версию ее можно рассматривать, то есть, ну, понятно, что не пингвинов перевозил этот борт, если он болтался там в районе Сирии, в районе Ирана, а там именно есть такой маршрут. Опять, какой борт? Этот ли? Или один из, которые двигались в районе Белгорода, мог перевозить ксировцев? И как версия, ну да, могут они, могли бы быть, естественно, на этом борту, но опять же, это одна из версий, которые сейчас будут набрасываться в информационное пространство именно как версия. А как фактаж, он может быть уже воспринят только после детального расследования и отброса всех версий, которые только сейчас будут набрасываться. Я думаю, в ближайшее время мы как основную версию услышим от наших официальных органов, от нашего правительства, либо, может быть, от службы безопасности, которая занимается расследованием. Всего она, конечно, не скажет, но, по крайней мере, как некоторые версии она может озвучить. Якщо дозволите, ще уточню, от все ж таки на рахунок цієї інформації, що росіяни запрошують ДНК дані так загиблих в української сторони. Навіщо це? А это может быть как раз исходя из некоторых моментов для того, чтобы прикрыться уже потом по разным причинам. Определить, есть ли у нас данные на определенных людей. Это раз. Есть ли, то есть ДНК. Это раз. Второе, самое интересное. В качестве ИПСО, это вот представьте, сейчас, допустим, выдадут они каких-то 65 фамилий, и эти 65 семей, к ним придет запрос от нас на выдачу, допустим, ДНК подтверждения. Вы представляете, что будет с этими семьями? Ну, то есть люди, это специально россияне, то есть они дальше начинают эту тему, продолжают тему ИПСО. Почему это и является военным преступлением, когда вот такая манипуляция, а если, не дай бог, она еще реальная, ну, то есть когда действительно погибли наши ребята, то это военное преступление в одном и в другом виде. Они продолжают, то есть они еще до сих пор не успокоятся. Вот почему и важно было, допустим, подключение международных организаций к контролю и проведению следствия. То вот эти все факты, даже просто запрос ДНК, это уже является манипуляцией, уже военное преступление. Потому
Здесь россияне просто себе вестов набирают. Скорее всего, думают, что не светит им суды. Светят суды, лет 100 они еще будут длиться по всем преступлениям россиян, которые были на нашей территории. Представник ГУР Андрій Юсов також ще говорив про те, що це мав бути один із найбільших за часів війни обмін військовополоненими. І взагалі можна сказати, що він мав бути ювілейний, 50-й, але, на жаль, не відбувся, так це його цитата. Роман Григорович, а тепер які шанси на подальші обміни? І скажіть, будь ласка, ми віримо в те, що так, що наші захисники живі, чи є шанс тоді їх при всіх цих обставинах, які наразі так ми бачимо, чи є шанс їх повернути додому? Шанси є завжди. Всегда есть шансы найти наших военнослужащих и их вернуть. Потому здесь не надо отчаиваться, особенно нашим украинцам и нашим пленным, которые в плену сейчас находятся. То есть шансы есть всегда, работают специальные группы, работает наша разведка. Военно-политическое руководство занимается этим вопросом. Вот и меньше политика влезла, было бы, конечно, лучше, но это все происходит, и будем бороться за каждого нашего военнопленного, будем бороться с целью вернуть его живым, здоровым на родину. Давайте перейдемо до обговорення інших тем. Путін по неофіційним каналам насилає сигнали Сполученим Штатам Америки, що відкритий до обговорення майбутніх мір безпеки для Києва. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на два джерела, близьких до оточення Кремля. Мовляв, це послання Путін там чи його оточення передали ще минулого місяця. Путін готовий розглянути відмову України від вступу до НАТО, але буде наполягати над контролем над територіями, які наразі займають російські війська. У Кремлі не згодні з повідомленням Bloomberg, там сказали, що цією новиною про те, що написало Bloomberg. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, чи дійсно Путін може надсилати відповідні сигнали Сполученим Штатам Америки, чи є ризики того, що їх там почують, і чи можливо це пастка або блеф? Ну, сигнал он может посылать какие угодно, его посылают неоднократно уже по курсу русского корабля, потому все эти посылания, они КПД никакого абсолютно не имеют. Понятно, для россиян один из механизмов, как не дать на следующей неделе принять решение по передаче нам 61 миллиарда долларов, там больше 60 миллиардов долларов в этом году военной помощи. Один из механизмов – это вбросы, это в реальном смысле вброс. Ни у кого мы спрашивать не будем, куда нам вступать, а тем более у россиян. Кто у них будет спрашивать, нравится им это, не нравится, это их проблема. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица, хай терпят. Мы будем принимать решение, как нам действовать и с нашими партнерами в том числе. А попытки, конечно, будут. Попытки будут, причем разного уровня. ИПСО – это тоже попытка. Вот ИПСО, даже вот связанное с Сил-76, с судьбами наших военнопленных, это тоже ИПСО, как раз направленное в том числе и на то, чтобы не дать возможности на следующей неделе принять это решение. Вот мы на следующей неделе с вами как раз эту тему будем проговаривать, наверное, в течение недели, когда уже примется это решение, вот будем смотреть на реакцию россиян. Плюс сейчас, это мы с вами тоже говорили, уже есть механизм, реальный механизм по передаче нам около 6 миллиардов долларов, которые сейчас российские законсервированы и заморожены в Америке. Как только этот механизм пройдет, эта комиссия Сената уже подтвердила его юридическую возможность такого рода действий. И как только он пройдет через две палаты, будет подписан Байденом, а мы получим 6 миллиардов долларов, то раскроется еще один пакет в 300 миллиардов, которые сейчас заморожены, лежат в Европе. То есть через Соединенные Штаты, вот через этот механизм мы еще и туда получим доступ. Для россиян это смерти подобно. 360-370 миллиардов долларов, которые могут к нам зайти в качестве военной помощи, финансовой помощи, какой-то, тем более их денег, то есть они же там будут вешаться. Потому эти все вбросы будут, предложения всякие будут, разные, какие угодно, для того, чтобы остановить как-то принятие решений или дать
какой-то аргумент для пророссийски настроенных россиянами заангажированных американских политиков, европейских политиков. Их хватает от Орбана до Фицо, мы же это все видим, слышим прекрасно. То есть их хватает дать механизм как-то затормозить принятие решения. Но я думаю, вопрос уже решен. Ну, по крайней мере, та информация, которая у меня есть, вопрос решен о передаче и 60 миллиардов нам, и этих 60 миллиардов в этом году, и 6 миллиардов российских активов. Там есть завязка с израильской темой, то есть завязка, связанная с тем, что сейчас у Цахала, ну, они выходят в ближайшее время на большую проблему по снарядам. Причем Белый дом не дает им снарядов и не выделяет в том числе помощь, которая завязана на нас, пока израильский парламент, пока Нетаньяху не примет решение о создании все-таки Палестины, ну, не он примет решение, а согласится создавать палестинское государство, пока там согласия нет. Опять же, вилка такая серьезная, потому что если Нетаньяху на это согласится, на создание палестинского государства, то тут же как минимум две партии вывалятся из этого большинства парламентского, и Нетаньяху слетит с управления. Для него это смерти подобно. У него такая вилка. И один, и другой ход, он либо он останется без вооружений, без финансов, либо он слетит с управления и попадет, естественно, под суд, потому что есть там много вопросов к нему, особенно по тем действиям, которые привели к возрастанию к возрастанию противостояния с Хамасом. То есть там есть проблема, она как-то косвенно нас тоже касается, потому что мы сейчас идем в одном кейсе с израильской помощью и тайванской помощью. То есть вот это может как-то задержать, но не более того. Помічник держсекретаря, перепрошую, США у Європі та Євразії Джеймс О'Брайен заявив, що стратегія України цьогоріч буде наступальна та опиратиметься на те, що було зроблено у 2023 році. Він нагадав успіхи Збройних сил України у Чорному морі, а також вказав на ці дестабілізаційні можливості, які ми маємо на тимчасово окупованому Криму. То, виходячи із цього повідомлення, який можна зробити висновок, що якраз цей рік буде не ми будемо не в обороні, а саме будемо наступати? Ну, мы наступаем и сейчас, то есть общие действия наших войск на некоторых участках как раз наступательные. Левый берег, некоторые участки Запорожского фронта, мы проводим там наступательные действия, и их интенсивность просто будет увеличиваться. Вопрос, за счет чего? Если за счет наземных операций, так они больше, чем в прошлом году, не будут, потому что средства... То есть любая операция планируется, исходя из наличия средств поражения, дальности, боевых радиусов средств поражения. Если это будет опять артиллерия, то это максимум, насколько мы будем планировать, на 15 километров, как в прошлом году. А если это будет авиация, то это уже будут и дальние средства поражения, ракеты, то это уже будут другие, вообще масштабы другие. Но тогда и планировать операции должны не сухопутчики, а именно авиаторы, то есть летчики, которые разбираются, как шагать не километровыми там или 15-километровыми шагами, а 100-километровыми. То есть примерно так на глубину боевых радиусов средств поражения самолет. Ну а это все зависит от количества поставленной авиации. То есть если у нас будет достаточная хотя бы пара, минимум одна, так реально две бригады, до 60-80 самолетов, то тогда можно планировать широкоформатные наступательные действия как раз с помощью авиации, используя уже наземные части в качестве зачистки, а не штурмов. А если авиации не будет, еще раз повторюсь, это будут такие же наступательные действия, как в прошлом году. Потому ждем подтверждения передачи нам дальних средств поражения. І от якраз і про це давайте поговоримо. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що ситуація на фронті в Україні зайшла у глухий кут. І також він сказав, що ось ця інформація про те, що Велика Британія запросила Тауруси, хоче придбати, так, а таким чином Шторм Шедоу передасть Україні. Він сказав, що йому про цю інформацію нічого не відомо. Так, виходячи з цього, чи можна тоді говорити, що ось цей план Великобританії може бути зірваний і, скажімо так, не завершений до кінця, і, можливо, і британці, якщо навіть і закуплять Тауруси, але не передадуть тоді Шторм Шедоу для України? І, в принципі, як сприймати цю заяву Пісторіуса?
Ну, если бы он чуть изменил тональность и правильно назвал заведение в глухой угол, не зашла в глухой угол, а завели в глухой угол, как раз нерешительность в передаче нам дальних средств поражения. Ну, поверьте, если бы к нам таурусы и атакамсы зашли, допустим, весной прошлого года, ну, совсем бы другая ситуация была, и никто бы о глухом угле бы сейчас даже не говорил. Таурусы тут же бы отминусовали весной, отминусовали тот же Керченский мост, а атакамсы бы добили все военные объекты, как они добили всего лишь два десятка атакамсов, ну, разнесли в ноль аэродромы подскока вертолетов, площадки вертолетные российские, которые, ну, мы видели, как это работало, те же атакамсы. То есть, если бы были таурусы и атакамсы весной, никто бы не говорил о каком-то глухом угле. А раз они не дали нам ничего, или дали чуть, но только уже поздно, когда мы получили те же, даже два десятка тех атакамсов, уже осень, а таурусов до сих пор не получили, так это нас завели в глухой угол. Потому вот, если с этой точки зрения говорить, понимая процессы, то тогда тут же в самом вопросе, в самом утверждении лежит и ответ. Не заводите, дайте нам таурусы, дайте нам атакамсы, передайте в достаточном количестве самолеты, никакого, никто не будет говорить об глухом угле. Тогда будут говорить об остром угле для российской армии, в которой они будут забиваться, как мыши в какую-то мышеловку. То есть вот тогда, в таком случае, с этой точки зрения, ну, можно будет поговорить. А сейчас, да, пока они, у них риторика такого уровня, но она меняется, она меняется, она особенно изменится, когда примут на следующей неделе, примут решение о передаче достаточного финансирования. Вот как только финансирование это пойдет, вопросы все и с атакамсами, и с таурусами, и со всем остальным решится. Ну, а Великобритания и Франция, которые предлагают некоторые моменты, они могут, конечно, с одной стороны, спекулировать на такого рода действиях, опять же, подливая огонь в определенное противостояние и принятие решения тем же Шольцем и Германией. Это специально это делать, то есть надавить, в конце концов. Шольц может принять решение, это не будем мы там меняться с Великобританией, мы сами отдадим Украине, потому что в этом году светит серьезная победа над Российской Федерацией, и они тоже хотят в этом поучаствовать. Потому что те же французы и англичане будут хвастаться тем, что Таурусы и Скальпы победили российскую, вернее, Таурусы, извините, а Сторм Шэдоу и Скальпы победили российскую армию, а в это время Таурусы лежали где-то на каких-то складах, ну и дальше они там тогда будут лежать. Тут такие моменты, они скользкие, политические, ими манипулируют, иногда подвигают для принятия решений. Потому для нас будет все равно, либо Таурусы получат британцы и французы, мы получим Скальпы и Сторм Шэдоу, либо нам сразу передадут Таурусы немцы. Видання Білд пише про те, що Шольц таємно сподівається на перемогу Трампа. Мовляв, чим гірше до Європи буде налаштований президент США, тим більше шансів у Шольца переобратися. От з вашої точки зору, Романа Григоровича, в цілому для Європи, якщо ми будемо говорити так в цьому контексті, Трамп, скажімо так, буде вигідніше, чи взагалі так не можна говорити? Не, ну Трамп, если станет во главе Соединенных Штатов, Европе придется расчехляться. Это если в их сленге, можно так сказать. То есть доставать десятки, сотни миллиардов долларов и вкладывать их в вооружение. Для нас это неплохо. Для Европы, ну, это дополнительное вливание в военную структуру, но опять же, самих в себя. Причем не везде, потому что если... Допустим, в Германию будет вливание, потому что там у них есть Rheinmetall и налоги платятся в Германии. То до каких-то других стран, которые просто будут платить деньги и налоги в общий бюджет, это не совсем выгодно. Потому там она же такая Европа, как пестрое одеяло в этом смысле. Потому для Шольца, конечно, это может быть, естественно, плюс. Но мы будем надеяться все-таки на победу Ники Хейли. У нее очень хорошие шансы, особенно после того, как снялись несколько кандидатов под Трампа, то есть они сейчас выходят, Трамп с Ники Хейли, Ники Хейли ему уже дышит,
в его затылок, рядом уже там разница иногда по 10%, это решаемо, это на старте, а сейчас впереди еще несколько штатов, которые благоволят Ники Хейли, она может показать хороший результат, и вопрос еще решится, Трамп ли будет от республиканской партии. А если Ники Хейли победит праймерис и будет выдвигаться республиканской партией, ну можно сказать, что за нее проголосует еще и часть демократов, то есть у Байдена может вообще не стать тогда шансов, и мы увидим республиканцев у руля Белого дома, и именно этим рулем будет заниматься Ники Хейли. А здесь уже понятно ее отношение к России, к Украине, благоволительное к нам и негативное к России, к захватчику, ну, естественно, к ведению боевых действий. Поэтому будем надеяться все-таки на Ники Хейли. Как там уже Шольц с Ники Хейли будет разбираться? Да разберутся как-нибудь, в конце концов. Если общая, да, если общая задача будет стоять, они нарисуют эти цифры, кто сколько вложит в победу украинской армии над российской. Голова парламентської монобільшості Давид Арахамія сказав про те, що він пропонує президенту Володимиру Зеленському відкрити дані про втрати української сторони і говорить про те, що ця цифра набагато менша, ніж 100 тисяч. Як ви ставитесь до того, щоб була відкрита ця інформація? Ну, нежелательно открывать информацию. Почему? Потому что есть определенные законы ведения боевых действий, и до их завершения такую информацию не подают. Почему? Для того, чтобы не дать врагу отыграть по некоторым планам. То есть есть механизмы, которые как раз на подтвержденной информации принимаются решения, и они потом бьют по нам же. То есть реальная информация может ударить. То, что у нас потери в вооруженных силах меньше 100 тысяч, да, так оно и есть. А вот то, что общие потери украинцев в этой войне, так не меньше 100 тысяч. Несколько сотен тысяч мы потеряли украинских жизней. Несколько сотен, только там десятки тысяч мы потеряли только в Мариуполе. Потому здесь Арахамия либо специально не уточняет, либо кривит душой. Потому что придется потом отвечать о сотне тысяч потерянных жизней за призыв жарить шашлыки в мае, кто отвечать. Ну вот и здесь уже у них большая проблема. Потому лучше бы они эту тему не поднимали. А тем более Арахамия. То есть вот кто-кто, а вот ему уж точно эту тему поднимать не надо. Великий сдаватель украинской территории россиянам. Это 27 марта в Стамбуле, и под его руководством, я так понимаю, как раз сдавались территории Крыма и Донбасса россиянам. Потому вот кому б только не ему, б это великому украинцу. Великий украинец Арахамія сдавал Крым и Донбасс россиянам. Романе Григоровичу, традиційно три блиц-запитання на завершення нашої розмови. Скажіть, будь ласка, прильоти по російським НПЗ ефективніше, ніж санкції Заходу? Да, Малюк в этом смысле красавец. То есть ему, скорее всего, поставили задачу как-то поучаствовать в санкциях, но он же прямой генерал, он тут же их просто начал сжечь. Самая лучшая санкция – сжечь нефтяные терминалы. Аксенов запровадив особливий режим на кордоні між Кримом та тимчасово окупованою Херсонщиною. Скажіть, будь ласка, боїться роботи наших спецслужб? Он еще с 22 года, в принципе, введен, то есть они просто его ужесточают. Да, им надо контроль за движением. Прекрасно понимаешь, что в Крыму работают наши спецслужбы, партизаны, и активизируется как раз внутреннее сопротивление в самом Крыму. Они видят это по прилетам, по точности работы нашей средств поражения. Потому сейчас пытаются разными средствами, в том числе и контролем, на въезд в Крым, как-то отсечь поток наших агентов. Є ідея, щоб народні депутати та державні службовці проходили військові навчання. Як ви до цієї ідеї ставитесь? А у меня есть идея, чтобы госслужащие, естественно, со всем силовым аппаратом не учения проводили, а участвовали в боевых действиях. Их давно уже ждет фронт, они специалисты. А причем мотивированные именно госслужащие и наш силовой аппарат уровня МВД. Это мотивированные профпригодные именно профессионалы, которые в последнее время получают денежное содержание от государства и умеют обращаться с оружием. Их не учения ждут, их фронт давно ждет. А народных депутатов, військові навчання для нардепів?
та же самая картина, они же получают деньги из госбюджета, то есть финансирование прямое, они напрямую финансированы, потому а зачем нам народные депутаты, когда идет широкомасштабные наступательные действия? Для чего? Переводите, вводите серьезный режим именно войны внутри страны, переводите экономику на военные рельсы. Зачем депутаты? Принимайте решение либо кабинам, либо на ставке и руководите страной, допустим, президентскими указами, вернее, указами верховного главнокомандующего. Либо это эти есть механизмы, нам депутаты в данный момент абсолютно не нужны для принятия решения. Конституцию никто менять не будет, пока идет война, потому их вообще участие в жизни страны сейчас, наоборот, будет намного полезнее, если они возьмут в руки оружие и выполнят боевую задачу. Опять же, это не наказание ни в коем случае, там надо обязательно определять по профпригодности, то есть целый процесс, чтобы, не дай бог, на линию фронта попали непрофпригодные военнослужащие, будущие военнослужащие. А вдруг кого-то из депутатов постигнет такая мысль, и он останется в армии, не дай бог, конечно, надолго, то есть и станет профессиональным военнослужащим.